Всем здорово, мы приехали на Старостина 31. Сегодня здесь воркаут, тренировка. Сейчас пойдем, что посмотрим. Происходит, две красивые девчонки делают приседания. Ну, хоть передайте привет там. Привет. Вообще, вон движуха происходящего. За звук я не отвечаю. Камера не GoPro. Так, девчонки тут какой-то хренью занимаются. Мы качаем ягодицы. Ребята, приходите на следующий воркаут, тренировку. Смотрите, как тут вообще заклёво. Ольга, расскажи нам. Как мои ощущения? Да, что ты тут делаешь вообще? У меня очень болят плечи, болят уже руки, все болит, я устала. Короче, это вообще супер круто, приходите к нам. Где ты работаешь? Я работаю в фитнес-мастере в Жемчуге. Еще чем ты занимаешься? Ты полидэнсом уже, да, еще занимаешься? Ну, я немножко занималась, да, потом у меня была травма колена. Сейчас не занимаюсь с Нового года. Не занимаюсь. Спортсменка. Хожу на йогу, кстати, да. Там, ну, давай что-нибудь покажи нам. Что вам показать? Ну, как ты отжимаешься. Все. Какой у тебя огромный трицепс. Для этого и нужна Неля. Давай снимем мне тут. Теперь Неля. Ниже опускайся. И локти к себе прижимай. Да, ты че? На какую часть тела это вы делаете упражнение? На трицепс. На трицепс? Наша трехглавая. Неля, как твои ощущения? Да, все отлично. Правда, сегодня прохладно. Кофточка, Ариэль. Да, прям вообще, волосы. Все замечательно, тут все по фэншую. Так что приходите, занимайтесь, бодритесь. Плечики растянулись. Целая куча ребят. Иду гонять девчонок. Девчонки, не ленитесь, давайте. Это организатор всего мероприятия, сейчас мы у него... Спросим, что здесь происходит. Слава, расскажи. Всем привет от классики бодибилдинга. Вот Коля сделал доброе дело, пришел, помог с освещением мероприятия. Свободная тренировка в рамках программы Дмитрия Селиверстова. То есть программа написана им в рамках его проекта «Воля императора». То есть, грубо говоря, вы наблюдаете здесь комплекс базовых упражнений физкультурных, которые вот проводятся вместе. Все круто, вместе общаемся. На открытом воздухе. На открытом воздухе, да. Пораньше куча свежего воздуха. Вот, и в дальнейшем будете, да, тоже проводить такие мероприятия? В дальнейшем будем проводить, ждем всех. Ждем всех когда людей. Следующее, когда следующее любого уровня планируется? Планируется следующее мероприятие в воскресенье, следующее, то есть будем по выходным проводить. Будем двигаться по времени, потому что утреннее время не всем удобно приходить заниматься. Будем проводить голосование, смотреть, то есть... Ну, уже от людей, да, будет зависеть, когда, да, то есть, от общего мнения большинства. Возможно, будем менять площадки, потому что для эта площадка... Для Ну, эта площадка, она на самом деле одна из самых крутых, но она труднодоступна. Ну, а где у нас еще есть площадка? Пока как все. Как думаешь? Площадка есть на Маклакова, она чуть поменьше. Есть в Росте площадка, в Долине Уюта есть площадка, но там не резиновое покрытие, там песочное. Как бы не очень хорошо. Вот, то есть... На Маклакова есть, она чуть поменьше, но она подоступнее в плане связок транспортных. То есть, скорее всего, возможно, там проведем, либо все-таки в Долине Уюта. Но я думаю, мы сделаем голосование. Не, ребята молодцы, сделали такое приобщение к спорту. Людей, при том, что девушки симпатичные. Это только начало. То есть еще многие опаздывают. Сейчас еще да, сейчас подождем, посмотрим, что кто еще подойдет к нам, что кто еще раз. Сегодня Стас обещал подойти, шутки тут шутить, говорит, буду. Ну посмотрим. Ну шутки шутить надо на турниках. Да ничего не снимается. Так, подтягивание от Ольги Немцовой. Нормально. Сейчас четко. Держи ноги. Видишь, опять ушли, я держал. Нормально. Держи прогиб в спине. Тяни широчайшими. Напрягай их. Тебя спасать? У меня растяжка. У тебя растяжка. Давай, давай,
и пресс. Смотри, у меня нет. Смотри, у меня нету селфи-палки, я сделал селфи-палку. Селфи, ручная палка. Киборг. Селфи-киборг. Прикольно, слушай. Сейчас я покажу ее. Покажу, какая она вообще. Селфи-киборг, палка. Тренировка полным ходом. Нелли, а с прыжками можешь? Походи он. Нелли по фотке, когда прыгает. Вблизи, издалека-то что? Это был третий. У меня еще один. Нелли, участница соревнований по фитнес-бикини. Да, Нелли, расскажи мне, когда в последний раз выступала на соревнованиях? Слушай, в апреле выступала. Замечательно. Будешь еще выступать? Конечно, надо. Когда будешь, на какой готовиться месяц? Ну, если у нас не отменят, то осенью. Потому что всего очень много. Что должны отменить? Соревнования. Какие? Ну, по кроссфиту вот было, третье место заняла. Не, я про фитнес-бикини сейчас говорю. Осенью. Осенью? Да. Они же будут. Ну, ты будешь выступать? По пауэрлифтингу только если... может быть, джим попробуем, может быть, заново. Такая, если будете девушку, я буду только штанги жать, говорит. Да, я... Может быть, троеборье попробуем, не знаю, как пойдет. Может, вообще уйдем в шейпинг. Шейпинг? Нет, только если в йогу. В йогу, в шейпинг. Йога там, знаешь, такое? Да. Подожди, рано еще. Йога. Все, Олька, позитивная девочка. Слава. Организатор мероприятия. Один из организаторов. Один из организаторов. Надо не болтать, надо делать. Сейчас у кого-нибудь что-нибудь еще спросим. Привет. Привет, привет. Привет, а ты сюда пришел, увидев репост или запланировано? Нет, я, как правило, здесь бегаю часто по утрам по Ленинскому району и хожу вот заниматься на эту площадку. Слушай, красавчик, красавчик. Да, спасибо. Сегодня интересно, да, здесь? Да, интересно, отличная компания, уличный спорт и хорошая погода. Явно не повод сидеть воскресным утром дома и прийти на такую прекрасную площадку и позаниматься. Да? Спасибо. Бодрящий, моросящий дождик. Ну, закачан надо-то. Спортсменам, все закаленные. Ну да, типа того. Какой круг? Пятый. Пятый типа, круг? Ну, вообще, мне кажется, четвертый. Четвертый? Говорят, пятый. Ну, значит, четвертый. Значит, еще будет пятый. Надо же всегда занижать, сама знаешь. Да-да-да. Даже присутствует фотограф. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Ты снимаешь, да, все? Снимаю. Меня Степан просто попросил, ну, не тренироваться со всеми, а то комплексовать будет народ. Я вот вижу, стоишь. Я сегодня тоже, да, в зал пойду позанимаюсь. Ну, просто парни смущаться будут. Так, да, Степан? Просто одежду с собой не взял. Не думал, что тут движ такой будет. Степан говорит, да там минимум человек 30 будет, приходи. Ну, люди подходят. Да не, может быть и будут, кстати, на самом деле, да, потому что он потихоньку подтягивается. Какие ты, Оля, мышцы чувствуешь сейчас? Задницу и ноги. Чувствую душу. Главное, задницу. Давай, прыгай, не останавливайся. Все, хорош. Хорош. Что у тебя там за татуировка такая на шее? А, это я буду перебивать. Новенькая какая-то? Нет, старенькая. Ну, бицепс хочу... покажи банку. О, это плечо болит. О, смотрите, какая она. Сочная. Сочная бицуня. Как у меня практически. Я там еще где-то поджирал кубики. Да, я вижу. Они виднеются. Да? Вот они. Фух. Что-то там есть. У нас с Олькой 3 года назад был Роман. Роман. Оля, покажи, что надо сделать, чтобы попа горела. Там 12 повторений, все сразу. Если девчонке тяжело... Вот делайте так, и будет попа гореть. Если на эти самые, то вот тут грудь не то. Ну да, и там эти... Вот так можно. Пресс. Не, на меня-то не надо. Я отойду сейчас. Ну просто я хочу выше поднять. Ну давай. О, говоришь, не можешь. Что можешь? Выше! Уровень хороший.
Я прям чувствую. Прямо вот сейчас стою и чувствую свои, как и твои напрягаются. Просто нереально. Ну не сбивай. А это я могу. Куда? Отсюда. Мне после вчера вообще все. Это руки спортсмена. Ну-ка, попробуй меня поснимай, попробуй пресс поделать. Сейчас я попробую тоже прессак поделать. Давай. Сумочка. Все будет гадость. Я так сделал даже. Нуля? Давай, глазки. Крутой пресс. Надо было кофту снять. Ой, это вообще такая жесткая фигня. Это очень сложно. Ступенечки. Я такое никогда не сделаю. Да ладно, сделаешь. Главное, так сам только не говори, что мы все, признай. Знаешь, с чего я начинал? С чего? Я начинал с подъем коленей. Ну да, колени. Подъем коленей. Что, она на групповые ходит? Честно, приходит. Я в Олимпию же поговорить. На групповые хочу. Занятия. Почему? В Олимпию хожу. Там нету групповых занятий. Что, тебя подкинуть? Ну что, так я же в зал хочу заниматься. Ну, я же в зал хожу заниматься. Это открытие, между прочим. Вон, смотри. Давай. О. У меня доска сейчас. Вот хочу так же, как пацаны делать. Пальцы на ногах? Делай красиво. Делай красиво, будет красиво. Ты знаешь, почему ты не можешь? Ты тянешь, а нужно их закидывать, по сути. Нужно ты делаешь, ну, как амплитудное движение. Ты ногу кидаешь вверх. Ты ногу кидаешь вверх, нет. Так же ты просто две ноги кидаешь, а потом кидаешь. Их не надо напрямую вот именно затянуть. Это, конечно, в идеале, но если ты не можешь. В идеале так получится, если только мышцы прессом очень... Прессом закидываешь просто вверх. Очень рады. О, видишь? О, нихера себе! Причем у тебя даже неплохо получается. Ты даже не раскачиваешься, смотри. И попробуй, когда опускаешь, удерживать. Главное, не разговаривай, а дыши, когда делаешь тоже. Да. Давай, еще тебе 5 раз. Здесь тоже на турник такой повис, висит. Такой раскачался, как сосиска, и ноги у него вперед вылетают, он чисто плашмя падает вниз. Ну там этажа 2, наверное, было где-то. Кулек лежит. Я думаю, что у человека в голове вообще. Потому что у меня растяжки нет, в плечах вообще растяжки нет. Мне очень больно. Я когда хожу на растяжку, мне Ирка говорит: Оль, ты вообще не тянешь, ты просто деревянный. Ноги хорошо, плечи, особенно правые, вообще не тянутся. Откуда ты узнала, что будет здесь такой, начало такого проекта? Ну, я сама недавно создала группу, тоже хочу проводить тренировки на улице. Вот, Анелька мне такая скидывает, говорит: смотри, там тоже такая тусива. Вот, и потом парни мне говорят, что можно объединиться и создавать вместе тренировки на улице. Я такая: неплохо, думаю, пойду к схожу, проверю. А то они завтра ко мне придут, а я такая ничего не знаю. Проконтролировала процесс. Чтобы не простреливаться завтра. Понедельник, 18:00. Ну и как у тебя? Это было припасть. Эмоции как твои? Эмоции вообще шикардос. Что, на водка? Да, водяра. На шишках на лезу, чисто. Жестко. Неля что-то знает. Да у меня вообще запри собирает, а я настойку делаю. Мы, короче, да, бодяжим. У каждого свои рецепты. Ну, потому что нам уже помогают только тяжелые наркотики. И корни. Легкая нас не берет. Да, попы именно от них. Карнитин. Эль-карнитин? Он уже, да. Он уже не кодируется. На нем водку не настаивают. Понятно. Что-то спросите, потому что не сказал. Что-то я помню, летом на стадионе раз побежал, ну и все получается. Не, я этот самый. Сейчас массу набор иду. Сейчас массу наращу, хочу 120 килограмм сделать. Не, я что-то все прошел, нахрен не надо лишний вес. Лучше быть подвижнее, да, Шпагат. От парня. Это будущее вам дам. Да, я тянусь.
Мы через год туда грузовика подкатим. Неля переодевается. Неля! Не, я понимаю. Помогать людям. Компромат снимай. Вам все помогать, вы все умеете. Бешеные люди. Да, блин! Я просто желтую просрала. Если правильно, то просрала, потому что ударение на последний слог, женский род. Итак, это был совместный проект Воля Императора и Classic Bodybuilding. Город Мурманск, Старостина 31. Приходите на следующей неделе, в воскресенье. Всем пока. Пишите, удачи на тренировках.